И сейчас смотрим на Екатерину Петушкову и Евгения Маликова. В прошлом сезоне эти спортсмены уже выступали на взрослом чемпионате России. Правда, выступили не слишком успешно. Заняли 12 место на первенстве страны среди юниоров. Показали 8-й результат, но зато в финале Кубка Федерации Петушкова и Маликов стали серебряными призерами. Итак, Екатерина Петушкова, Евгений Маликов. Запоминается, как известно, последнее. Заключительное вращение получилось очень эффектным у Екатерины Петушковой и Евгения Маликова. У пары, которая в короткой программе каталась под турецкие мелодии. Такая византийская империя пристала нашему вниманию. Ну что же, век и правда великолепный. И великолепен, честно признаться, еще и тодес получился у этих спортсменов. Пожалуй, самый легкий и, возможно, самый эффектный тодес на сегодняшний день. Впрочем, каждый может любить любой элемент, любую пару. Мне вот конкретно тодес в исполнении петербуржцев понравился очень и очень. Все остальные элементы, не то чтобы все элементы, но остальные элементы были исполнены не так здорово. Не хватило немножко горизонтали, как мне кажется, вот в данной ситуации. Хотя уверенная тройная подкрутка, выброс, к сожалению, чистым не получился. Спасала Катя этот элемент, но... В конце концов, пришлось призвать на помощь министерство по чрезвычайным ситуациям. Двойной аксель тоже не сказать, что чистый. А вот тодес был исполнен очень легко, как партнером, так и партнершей. Просто словно играючи Катя с Женей исполнили этот сложнейший элемент. Ну и очень уверенное параллельное вращение. Синхронно, быстро, с хорошими позициями и эффектная заключительная поза.